Ну-ка, Дима, что ты там видишь? Ой, вижу, завтра в утреннем эфире будет много животных. Еще бы, ведь у них завтра праздник. А еще, знаешь, я вижу здесь гороскоп, прогноз погоды и гости, с которыми мы поговорим на тему пассивной агрессии и узнаем, как идет подготовка к конкурсу военно-профессионального мастерства. Как всегда, мы разыграем призы от наших спонсоров, пригласительные в ночной клуб «Экватор» и на «Фикси-шоу». Будет интересно, так что не пропустите. Включайте «Первый Приднестровский» завтра в 7 утра.